сейчас? Узнаешь? Мэрилин. Думаешь, сейчас пойдет история о индийском кино. Да, это действительно индиец. Его зовут Манодж Нильяту М. Найт Шьямалан. Я никогда не знала его полного имени, ты меня прям удивил. Ну, кстати, на самом деле, одна из самых спорных фигур среди режиссеров современного Голливуда. Все из-за крайне неровной фильмографии. М. Найт Шьямалан родился 6 августа, то есть завтра, 70-го года в городе Пондишери, это в Индии, в семье врачей. Но буквально уже совсем через несколько месяцев от рождения семья переехала в США. Он должен был пойти по стопам своих родителей, но в возрасте 8 лет он взял в руку 8-миллиметровую кинокамеру, после чего решил связать свою жизнь, естественно, с кинематографом. Родители, наверное, были против. Родители были против, естественно, конечно. Врачи, индусы, врачи, конечно. Начинающий режиссер к моменту окончания средней школы в Филадельфии снял 45 короткометражек. 45 короткометражек. Мастер короткометражек. В 92-м году он окончил Нью-Йоркский университет, школу, киношколу при Нью-Йоркском университете, где вот прямо он испытал сильное влияние фильмов Альфреда Хичкока. Первый свой полнометражный фильм «Яростная молитва» Шьямалан снимает еще во время учебы на деньги, не свои, а занял у друзей и у родителей. Так. Вот. Одновременно Шьямалан пишет и выгодно продает, сейчас вот удивишься, я тоже этого не знал, сценарий к фильму «Стюарт Литтл». Да про ладно? Мышку. Это Шьямалан. Да. Я очень любила «Стюарта Литтла». Да, фильм «Пробуждение» тоже сценарий пишет. Ну, вот кроме невероятной энергии и производительности, ничто не предвещало, что через пару лет Шьямалан станет новой иконой в мире кинематографа. Его будут называть следующим Спилбергом или гуру хоррора. Вот. Все-таки не зря Хичкок, да, на него подействовал. Фильм «Шестое чувство». Кто смотрел? С Брюсом Уиллисом в главной роли. Конечно, просто весь мир с трепетом смотрел этот фильм. Новый подход к мистике, неожиданный поворот сюжета. В конце заставили зрителей, вот кто посмотрел, они шепотом просто говорили, чтобы не раскрыть тайну, интригу вот про этот фильм. Чтобы, да, ну и, конечно же, этот фильм задал такую планку ожиданий, что еще на 7 лет репутация Шьямалана прочно держалась на этом гвозде. 6 номинаций на «Оскара». Хотя всего третий фильм Шьямалана был. 6 номинаций на «Оскар». Ну, не получил, но уже само появление вот именно фильма ужасов, хорроров на «Оскаре» это уже достойно уважения. Да. Ну, неожиданные концовки, в принципе, очень привлекают внимание. Да. Годом позже Шьямалан выпускает фильм «Неуязвимый», опять же, с Брюсом Уиллисом. Хотя на тот момент фильм, ну, так себе, конечно, он в тени оказался «Шестого чувства», но для самого режиссера он оказался важным и неожиданно обрел вторую жизнь. В 2017 году, когда он снял «Сплит», и в 2019 году «Стекло», вот они все, соединив три картины в одну киновселенную. Вот они все. А? «Сплит», «Неуязвимый» и «Стекло». Вот удивительно, я посмотрела только «Сплит», но после, после твоей рубрики надо я пересмотреть поняла, все эти фильмы, и ты тогда поймешь, что все свяжется воедино. Замечательный фильм «Знаки» с Мелом Гибсоном оказался, ну вот последним фильмом, получившего вот признание как от критиков, так и от зрителей. Все ожидали, конечно же, большего от Шьямалана. Кредит доверия, полученный за «Шестое чувство», конечно, тут постепенно начал угасать. Ну, раз уж тебя провозгласили новым Спилбергом, пожалуйста, уж будь добр, соответствуй. Фильмы «Девушка из воды», «Явление» с Марком Уолбергом, они просто провалились. Зрители в кинотеатрах, реально, они только... О, Шьямалан! Вот так вот начинали делать, да? Не очень любили его. Но выход триллера «Визит» в 2015 году помог режиссеру реабилитировать карьеру. Прочитай, Лер, видишь, английский же немножко знаешь. Правила бабушки. Have a great time. Да, хорошего времяпрепровождения. Помогите себе сами с чем хотите, берите... Ешьте, ешьте все, что угодно, но все, что не выходите из своей комнаты после 9:30 вечера. Ты не смотрела это? Нет. Ужас какой. Это страшно, правда. Но вот все тут, короче, опять он вышел наверх и... Вообще, очень интересный факт из жизни Шьямалана, то, что он все фильмы, большинство своих фильмов снимает в Филадельфии, в своей родной или ее окрестностях. На то есть ряд причин. Во-первых, ну, конечно же, родные хорошо места, знает. Он все это знает, да, но
Есть еще существенный фактор другой. Какой? В Пенсильвании предусмотрена налоговая льгота при съемке фильмов на территории штата. Ага, там вот свои правила. Ну вот, кстати, Шьямалан, подобно своему кумиру Хичкоку, он регулярно появляется в эпизодических ролях в своих картинах. Правда, у него есть как бы небольшое отличие от камео. Если Хичкок, там, Питер Джексон и другие режиссеры появляются в картинах там, для привета, ради шутки, то Шьямалан отводит своим героям реплики и даже значительные сюжетные функции. Ну, потому что, думают, никто, он-то знает, о чем он, да снимает. Да. Он личная жизнь американского мастера триллеров сложилась еще в университетские годы. Именно тогда Найт познакомился с психологом. Сейчас дает бог выговорить. Бхавне Васвани. Да, тоже индуска, на которой он женился в 93-м году. Пара вместе и сейчас. У них в браке родились три дочери. Салика, Шивани и Ишани. Вот, где кто? Красивый. Невозможно. Ну, вот это, видимо, жена Салика. Шивани и Ишани. Шьямалан говорит, меня жена все время пилит, мол, почему ты не можешь снимать как все? Ну вот не могу, отвечает Шьямалан. Нормальный ответ. Ну, его хочется любить, правда, действительно, за то, что он всегда придерживается своего кредо. Делай так, как нравится и хочется, ну, а не то, что тебе навязывают там студии, да? Ну вот, Шьямалана можно... Я надеюсь, что скоро он снимет такой фильм, чтобы... А, кстати, последний его фильм «Время», где на пляже все старели, Шьямалан. Ага. Вот. Так что надеюсь, что он скоро опять сядет на трон голливудского звезды хоррора. Спасибо. Вот такой замечательный Саша. Шьямалан.